В начале своей беседы с журналистами глава города Леонид Михайлов отметил важное значение участия СМИ в проведении таких акций. Проект «Социальный Ангарск. Предпринимательство» завершился форумом, главной идеей которого стала социальная направленность ангарского бизнеса. Участие в нем приняли представители со всего региона и столичные гости. Всем было интересно, все были задействованы. Ну и, конечно, спасибо вам, коллеги, за то, что вы нам помогли организовать и провести этот форум, осветить его, естественно, в средствах массовой информации и довести до жителей, до предпринимателей. Я с большим удовольствием от тех, кто организовывал и проводил этот форум, объявляю вам благодарность, говорю вам большое спасибо. Ангарск давно закрепил за собой статус города с развитой социальной активностью. К примеру, традиционной стала ярмарка социальных проектов, где бизнесмены оказывают поддержку в реализации инициатив жителей. У нас получился такой диалог, где мы разобрали какие-то конкретные ситуации, разобрали ошибки, получили общественные организации рекомендации от предпринимателей, какие они проекты хотят видеть, как представлять проекты, чтобы получить помощь благотворительную. Ну и самое главное, что на этом наша работа не заканчивается. Через год у нас будет второй уже форум. Наверняка и в следующем году подготовку к форуму и проведение социально направленного проекта журналисты Ангарска поддержат на должном уровне.